Значит так, якутские самбисты, я буду тренировать вас к следующему матчу турнира «Уличный красава». Дядя Вить, иди домой, ты пьян. Мы больше не хотим играть в футбол. Мы будем играть в навесик на жопу. Кстати, стойте, остановитесь. Прекратите, гопники, что вы делаете? Начнем ботаника. У нас тренировка вообще-то, кто последний, тот вонючка. Ты, иди сюда. Будешь капитаном команды. Так я же последний. Молчать, вонючка, ты капитан. Я верю в тебя, как Черчесов Заболотного. Да, предстоит сложный матч в финале регионального этапа с командой Катихи-Сахи. Но, тренер, стопанись. Ну что ж, самбисты, начнем тренировку? Сначала легкая разминка, а потом удары на технику. Что у меня с руками? Слушайте, я-то пьяный, но вы-то нет. Что происходит? Тренер, они меня не слушаются. Это все, потому что ты слишком мягкотелый. Понимаешь, ты вафля. Тебе нужно как-то поднять самооценку. На тебе яйца. Не надо. Че это не надо? Слышите, он говорит, что ему яйца не нужны. Даже в дворовом футболе выигрывает тот, у кого самые крепкие яйца. Удивись. Ого. А мы точно на жопу играли? Да, и он выиграл. Сыкотно как-то. Так, сейчас все по моей команде бежите в разные стороны. Завтра игра в 15:00.